Здравствуйте, друзья. Еду я с утра на работу. Ну, правда, уже так, к 11. Не спеша, значит, еду на работу. И вы, может быть, видите так по небу, по цветовым каким-то световым бликам, что как-то облачно. Вот солнышко нет, как, значит, обычно мы видим. Последние несколько дней говорят, что вот сейчас приближается какой-то там шторм. Ну, шторм — это ливень, там ветер, не знаю, такого плана. И сегодня вот, значит, говорили, что не будет дождя, но будет ветер. Такой сильный, резкий ветер. И вот пишут всюду: уберите вообще, если что-то так свободно лежит где-то, то вы уберите. Вот мы, например, сегодня занесли в дом, перед тем, как я на работу отправился, мы занесли в дом такую барбекюшницу. У нас такая есть, газовая, стоит на улице, но вот мы ее занесли в дом. Там метелка стояла, так, чтобы там ступеньки заметать, когда листья падают, значит, тоже занесли в дом, чтобы ветром не унесло, чтобы не было как с девочкой Элли из «Волшебника изумрудного города», чтобы все, что так принадлежит к дому, чтобы там на месте осталось. Запугали народ. Вот. И мы так на всякий случай занесли. Что еще? Завтра, говорят, будет с ливнем. Не просто так ветер, а как следует. Значит, вот все это будет. И, ну, знаете, интересно, с одной стороны, мы как бы радуемся дождику, потому что, ну, надо, чтобы там в горах снег нападал, чтобы водохранилище там подросли, там уровень водички подрос. С другой стороны, для этого нужно просто, чтобы какое-то время шли дожди. А если будет вместо, там, скажем, 10 дождей в течение месяца, будет, например, один дождь равного объема, так сказать, водоизлияния, то получится наводнение. Вместо того, чтобы все это водохранилище там или куда-то делось, оно просто, не знаю, что-нибудь затопит. И периодически бывают такие события. Вот день там в Сан-Хосе, тут у нас за спиной, там сзади остался, вот, там какую-нибудь подстанцию затопило, там еще что-то. Это бывает, когда какие-то такие экстремальные события, поэтому мы так с интересом смотрим. Кроме того, поскольку тут как бы частный сектор, в основном люди живут в домах, ну, таких, на одну семью, там на кусочки земли. И вдруг выясняется, знаете, 3 года дождей не было, вдруг выясняется, крыша течет. Понимаете, сейчас много работы вот у руферов, то есть вот строителей, которые крышами занимаются. Что еще может быть? Может быть, снизу что-нибудь подтечет. Или вот есть системы отвода воды с участка. Знаете, там они по-разному делают. Есть такие, где просто физически отводят, там, допустим, такой галькой засыпают, там трубу какую-нибудь кладут и так далее. А есть такие, где прямо на участке оно стекает туда внутри, на самом участке. Такое делают, как сказать, ну, не хочется говорить бочку, но, в общем, такое место. И там вода, туда вода стекает, а дальше ее насосом качают в городские канализационные, вот эти сточные системы, водосточные. По-разному бывает. И, в общем, так, с интересом наблюдаешь, думаешь, они не затопят ли, мало ли чего. Знаешь, это же не вопрос того, что затопит или нет. Это вопрос того, сколько воды надо, чтобы затопить. Вот будет ли достаточно воды, чтобы затопить. Вот мы теперь с интересом наблюдаем. Вот народ хочет о кошмарах Америки. Вот я вам рассказываю. Ну, что еще о кошмарах-то, даже не знаю. Вот так, пока что такие погодные катаклизмы. Значит, те, кто раньше кричал, что Калифорния, значит, погибнет от засухи, могут сейчас возмущенно кричать, что погибнет она не от засухи, а от наводнения. Но обязательно погибнет. Потому что если не погибнет, то обидно. Чего действительно вот так? Одним все, другим ничего. Да. У нас сейчас небольшое затишье. Группа закончилась. И так пару дней у нас тишины. А во вторник 16 числа, то есть вот сейчас среда утром, а в следующий вторник начинается новая группа. Вот мы до конца недельки там, значит, немножко перышки почистим, там у нас какие-то митинги мы проводим, там на веб-сайте кое-что меняем, ну и так далее. То есть у нас есть чем заняться. Не говоря о том, что
вот те две группы, которые вместо одной начались 11 ноября, поскольку их много было, вот, они тоже у нас идут, это как бы такой нерв. Мы вообще пришли к выводу, что мы так больше не выдержим, и это последний раз, когда мы две группы параллельно начинаем. Что-то как-то, в общем, тяжело на нас это все легло, поэтому мы так будем потихоньку контролировать приезд, чтобы не получалось, что неожиданно люди приезжают. У нас, кстати, вот уже там первые люди на практику отправились из этих вот, что 11 ноября начали. Пришла компания, говорят, вот нам бы там таких, которые на ютесте опыт имеют. А как раз вот в этой группе это и было. В одной из них было. Вот так что вперед. Надо будет вам показать молодого человека. Он очень, я считаю, фотогеничный. И у него есть свой канал, и у него есть довольно интересное видео с большим трафиком, кстати. Он там рассказывает про изучение английского языка, по-моему. Или про студенческую визу для изучения английского языка. Я не знаю, я сегодня его, если увижу, вот попрошу пару слов сказать. Значит, какие у нас еще новости? Новый год же приближается. И мы так назначили 18 числа так партийно собраться внутри там, отметить Новый год. Вообще обычно мы куда-нибудь в ресторан отправляемся, но в этом году, поскольку у нас партия была к 20-летию школы совсем недавно, и там вроде уже все собирались, поэтому, может быть, мы не будем, а может и будем, потому что наша новогодняя партия всегда после Нового года, потому что до Нового года все заняты. А так, может, соберемся. А почему нет? Вот. Хотя, я вот что скажу. Значит, вот там у нас в основном аудитория помоложе меня. Я скажу, ребят, вы пока молодые, так? Вы хорошо кушаете. И там рюмочку там, еще что-то. Не отказывайте себе. Потому что наступит время такое, когда уже вроде бы и хотел бы. А думаешь, надо бы воздержаться. Потому что вот там всякие соображения. Вот, допустим, тебе 20 лет, ты съел там два банана и просто съел два банана. А, допустим, в 50 ты съешь два банана, потом пах килограмм весу прибавил. С утра посмотришь на весы. Организм как-то по-другому начинает работать. Я к медицине отношения никакого не имею. И по-научному объяснить не могу.